Вы смотрите обзор товара рюкзак Дельта 75 в 2 дюйма, серый, олива. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Описание. Рюкзак Дельта 75 V2 – удобное снаряжение для поездок на дачу или отдыха на природе. Два цвета – спокойный серый, олива гармонирует с листвой деревьев, а яркий серый – синий с небесной глубиной. Материалы и технологии. Алюминиевые латы, S-образные лямки, мягкий пояс позволяют распределить нагрузку на спину и бедра, обеспечивая удобство при переносе до 35 кг веса. Плотная ткань Axford 600 Den с полиуретановой пропиткой защищает вещи от механических повреждений и мелкого дождя. Удобство эксплуатации. Боковой карман на молнии вмещает термос или бутылку с напитком, а в сетчатом кармане можно закрепить удочку или дачный инвентарь. Светоотражающие вставки обеспечивают безопасное передвижение по неосвещенным дорогам дачной местности в сумерках или темноте. Основное отделение объемом 75 литров позволяет перевозить небольшой садовый инвентарь для дачи или еду, одежду, плед, мяч, бадминтон или надувной матрас для активного отдыха на природе. Рюкзак Дельта 75 V2 также подойдет для поездок на фестивали, рыбалку, в деревню, кемпинг, а также для коротких походов и легкого трекинга. Рекомендации по уходу. Чтобы изделие служило долго и надежно, за ним необходимо ухаживать, следуя инструкциям по уходу на ярлыке изделия. Стирка, ручная стирка при температуре воды до 40 градусов Цельсия. Изделие не тереть, отжимать аккуратно без перекручивания. Глажка, глажение запрещено. Отбеливание, отбеливание запрещено. Химчистка, химчистка запрещена. Сушка, сушка в вертикальном положении без отжима, барабанная сушка запрещена. Технические характеристики. Грудная стяжка. Эйрмиш. Светоотражающие элементы. Закрепка. Вес кг 1,33. Объем L75. Высота, ширина, глубина. Сантиметров 75 на 35 на 24. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.